Здравствуйте, дорогие. Опасное место – это центр моста. Это вам не шутки, это все очень серьезно. Здесь, в центре моста, центр высоты. Сейчас я вам покажу, продемонстрирую. Ладно, не верните. Сейчас. Опа. И там вот пошла река. Река. Чтобы помахать рукой, короче, своему телефончику. Вот. Моя задача, короче, такая. Я сам прихожу на речку, но на ту речку закрываются люди. Я прихожу на речку, там, где, ну, по идее, должен быть только я. Потому что купаться вот на открытом пляже, это вообще, ну, как-то мне уже за все лето надоело. Я здесь, короче, купался июль и август. Получается, как бы вот эти месяцы. Ну, мне настолько, короче, там поднадоело, что в середине августа я решил, короче, поменять место расположения. Там, где хорошо виден закат, потому что это именно сам закат. Я вообще просто офигеваю от него. Ну, то есть даже есть такой фрагмент, как до заката. Ну, когда у меня был iPhone 10, я офигевал от самого заката. Потому что iPhone, это он видел все абсолютно. А когда я его потерял, то, ну, вот, на данный момент пользуюсь Huawei, он видит только то, что до заката, до того момента, когда солнце становится, ну, зенитом, красным, не знаю. Поэтому пока у меня нет еще айфона, будем тащиться от того, что есть. Счастья, удачи, любви и успеха. Пока-пока. До скорой встречи, мои дорогие. Пока-пока.